Начиналось мило, ты любил романы и романсы про любовь. От Москвы до Риги и обратно в танцы жизнь кружилась ураган. Ты любил интриги, обожал романсы, а не наш с тобой роман. Шоу «Точь-точь» Валерия! Спасибо! Ой, а можно я тоже в лифте покатаюсь? Можно. Но не один. Валерий хотел бы застрять в этом лифте. Ой! Прекрасно. Теперь мы стали чуть ближе, друзья. Я себя чувствую в аттракционе «Эмиля Кио». Сейчас повернешься, хоп, а там две Валерии. А, собственно говоря, так оно и происходит у нас в этой студии, потому что у нас в гостях Валерия. Добрый вечер! Прежде чем вы будете высказываться по поводу этого номера, догадались ли вы, кто это? Лифт отодвигаю. Или, если хотите, Леонид Сакч, я вас покатаю с нашей Валерией. Саша, это не лифт, это чемоданы перевозят. Ты никогда я в гостинице творческий не селился, человек. Нет? Вы просто не были в очень бедной гостинице. Там называется лифт. А ты считаешь, это из бедной гостиницы? Вот в таки, да? Тебя просто человек в этой штуке толкает на 7-й этаж. А-а-а. Как вам номер? Номер замечательный. У меня есть вещи, которые меня дико смущают, потому что я всегда обращаю внимание на то, как одет актер, сколько грима. Вот у меня ощущение, что грима не очень много. Вообще, на самом деле, мне кажется, что самый лучший гример – это мать природа. На сцене Анна Шульгина. Анна Шульгина!
Анна Шульгина, певица и актриса, дочь певицы Валерии. Еще только начинает свою карьеру, но ее песни уже популярны, а совсем скоро мы увидим Анну в большом кино. В нашем шоу готова еще раз доказать, что она не только наследница знаменитой творческой династии, но и талантливая артистка со своим взглядом на музыку. Валерия, мама Анны Шульгиной. Как номер, какие вообще ощущения, когда вы видите себя со стороны, а теперь еще и в исполнении собственной дочери? Ну, вообще, потрясающе совершенно, потому что номер вот создали вот такой же, как мы делали в клипе. И даже танцоры те же самые участвовали, прям вот реально те же. Хотя я хочу сказать, я видела вблизи эту артистку, на ней очень много грима, на ней целая маска. Анечка, сейчас ты близко познакомишься с Леонидом Ермольником. Леонид Сакович, вы с таким лицом идете, не дай бог, вот приснитесь, а? Друзья мои, одну секундочку, стоп! Гениально, как хорошо, что вы вышли. Станьте рядышком. В роли Валерии Анна Шульгина, в роли Иосифа Пригожина Леонид Ермольник. Можно добавлю еще кое-что по поводу номера? Конечно. Я хочу сказать, что перед Аней стояла сегодня архисложная задача, потому что она должна была быть похожей на меня, а в этой песне я сама на себя похожа мало. В общем, я изрядно пошалила в этой песне. Пошалите, Аня, пожалуйста, молодец. Вместе сейчас, а? Как давно все было, в голове туманы, книжки старые. Только что Валерия плюс Валерия и наш вялый клип вместе с Игорем Корнелюком-Стасом Костюшкиным порадовал всех зрителей шоу «Перевоплощение точь-точь» на Первом канале. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. А пока слушаем членов нашего жюри. Максим. Прекрасно, когда есть вот такое понятие семейственность. Как это здорово, когда приходит твоя семья тебя поддержать. Это очень круто. Вы счастливы. От этого вас так вот по-хорошему колбасило. Я вас поздравляю. 5. Любовь Юрьевна. Мне тоже безумно нравится, когда отцы и дети оказываются на одной сцене. Молодец, очень хорошо работала. Единственное, что мне показалось, что... Еще чуть надо дожать вокально до той звонкости маминой, да, точности интонирования и до маминой такой полетности голосовой. Но это нарабатывается, это опыт, это накат. И я уверена, что и мама, и вообще вся ситуация будет все время к этому делу подталкивать. И мы подтолкнем. А сегодня пятерка, молодец. Спасибо. Леонид Ермольник. Я хотел бы обратиться ко всем певцам и певицам. Если у вас есть поющие дети, пишите нам на Первый канал программу «Точь-точь». Сейчас я вам дам адрес Хазанова. 5 баллов. Спасибо огромное. Спасибо большое. Геннадий Викторович, мы воспитали Родиона Газманова, Никиту Преснякова. Дошла очередь до Анны Шульгиной. Это очень непростая история, показывать артистку, которая еще по совместительству оказалась твоей матерью. Но вот я посмотрел, когда вы были рядом, я хочу Ане дать один совет. Когда она будет показывать Валерию, еще в этой артистке есть очень хорошо скрытая тайна. Вообще в любой яркой индивидуальности есть тайна. И чем больше эта тайна уходит вглубь, а не демонстрируется, тем больше похожесть. Короче,
Мне кажется, что это очень удачное начало. Я, конечно, ставлю пятерку и желаю Ане в этом проекте удачи. Это была Анна Шульгина. 20 баллов, представившая Валерию. Спасибо огромное.